первое заседание студенческого научного кружка в 2015-16 учебном году. Большинство из присутствующих здесь в прошлом году активно участвовали в работе студенческого кружка, в различных научных мероприятиях студенческих, которые проводились в нашей академии. И мы хотели бы сегодня почетным сертификатом поблагодарить каждого из тех, кто принимал активное участие, и просим Игоря Николаевича выполнить эту миссию. Ну давайте, с удовольствием, да, с удовольствием. Так, Иван Гнилов нагороджується сертифікат, написано з підписью Георгія Вікторовича Дзяка, ректора нашого, за активну участь у роботі студентського наукового гуртка кафедри онкології і радіології. Ваня, ми тебе поздравляємо. Дерзай, успехов. Молодець. Спасибо. Так, Черненький Антон. Дивіться, Черненький Антон. Прям Черненький. Так, іди, Антон. Удачи тебе. Спасибо, что ты с нами. Давайте тоже покажем все правда, да, Антон? Удачи тебе, Антон. Вот, да. Сребненко Денис, да, Денис, вот. Я welcome, да. Тебе всего хорошего, пожалуйста. То же самое, да, давайте. А вот. И Медведева Валерия, да, Валерия, вот так, первая девушка в нашей компании сейчас, вот, да, мы вас поздравляем. Удачи вам, пожалуйста. Так, ну и наконец Пономарь Сергей, Сережа, иди сюда. Тебя тоже весь мир видит. Да, все, теперь с помощью ZITV его увидит весь мир, Сережа. Вот смысл. Удачи тебе, дерзайте, пожалуйста, да. Так, и наконец Ковтуненко Наталья, да, Наташа. Наташ, ты знаешь, за что тебе вручают это дело? Точно знаешь? Ну скажи, за что его вручают, да? Что ты такого интересного сделала? Расскажи нам. Подготовили тезисы, так. Выступали на кружках. Так. Вот и что за тезисы были? Помнишь их? Конечно. Ну скажи нам. Вирус папиллома человека. Ну ты видишь, как. Очень актуально. Видишь? Главное, что еще и помнит и знает. Да. Правда же, да? Удачи вам. Спасибо. Малий Ростислав. Слава, иди сюда. Какой курс? Да. Слава. Да. Какой курс? Четвертый. Четвертый курс, да? Я тебя поздравляю. Уже четвертый. Уже четвертый. Так. И что у тебя было? Расскажи нам. Современная диагностика рака желудка. Современная диагностика. Ну и как сейчас? Что же, что ты там нашел? Расскажи. Слышишь, за что же диплом вручают? Это интересно. Скажи, ну, современная диагностика рака желудка базируется на лапароскопии, МРТ. Новое это маркеры рака. Ну и так далее. Ну то есть то, что такое желудок, мы знаем. Да, да? Да. И даже где он находится, это тоже уже известно. Да. Замечательно. Спасибо вам большое. Так, Евтихова Юлия, да, Юлия, да? Я правильно представляю? Евтихова, да, Юлечка. Статус вот. Ну, мне такое не давали. Мы тебе с удовольствием вручаем. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо. И чем ты отличилась? Скажи нам, расскажи. Я подготовила тезис и доклад на кружке онкомарка CD4. Ну коленки не дрожат уже, нет? Вот как бы. Вот, когда доклад, все в порядке, да? Ну замечательно. Успехов. Спасибо большое. Так, моя однофамилица Бондаренко Вера. Вера, вот это замечательно. Вот видите, может, погодите, это, наверное, коррупция. Заведующий Бондаренко, зав кружка Бондаренко. Так, что это? Вера, хоть давай, я тебя поцелую, чтобы все знали. Коррупция, видите, но целуются, да, вот так, Верочка. Поздравляю тебя. И кто-то еще остался? Все, или нет? Все уже все, так все, вот, да? Да? Ну что ж, ребята, на самом деле это приятно, это знак уважения и нас к вам, и вас к нам. То, что вы пришли сегодня. Народ в это время еще ловит теплое солнце, а вы сегодня здесь с нами, нам это вдвойне приятно. Поэтому я очень надеюсь, что это хорошо, Виктор Федорович, что позаботились о том, что все поощрены. Вот кто знает, я думаю, кто участвовал. И на самом деле, ну, действительно. Есть особенность. Заканчивается занятие, сколько мы студентам многим не рассказываем, что надо к чему-то стремиться. Первое, к чему стремятся, к выходу из кафедры. Вот так вот. Очень все стремятся хорошо. Но мы это понимаем и оцениваем. Значит, вы хорошо поработали и учались. Вы пришли к нам сюда и продолжаете свою работу, занятия.
Я хочу поблагодарить и Виктора Федоровича сегодня. Я думаю, что вот если так правильно, то мы ему должны все вместе вручить грамоту. Да? Я думаю, что его и всем, кто вам помогал, потому что он, в общем-то, взял на себя достаточно много. Я знаю, что Алексей Игоревич Асеев начинал еще тоже с вами работал. Да? Сейчас он в Канаде. Алексей, hello, если нас увидишь, а я надеюсь, что ты на сайте нас обязательно увидишь, значит, вот плоды труда всех вместе. Да, Виктор Федорович? Да. Поэтому, ребята, желаю в следующем году, чтобы вы тоже преуспели. Мы тоже очень стараемся, чтобы научные исследования шли на кафедре вместе с практической привязкой. Не просто так наука, а в общем-то в медицине она достаточно прикладная, но в то же время с элементами фундаментальности. Вот, чтобы лечились множество больных в программах научных исследований. Сегодня на кафедре на сегодняшний день 306 больных на сегодня лечатся в международных программах. Вот, пожалуйста, я думаю, важно будет, чтобы они видели, что у нас нового за это время произошло. Посещайте наши отделения, они открыты, смотрите организацию работы, смотрите, как работают пациенты. Вот, я думаю, что вам будет интересно. Так что успехов в следующем году. Давайте в следующем году, чтобы мы снова грамотами обменялись. Так вот, да? И, Виктор Федорович, спасибо еще раз.